Із задоволенням вітаю сьогодні зранку у нашій студії Миколу Милицю, професора, доктора медичних наук, хірурга, онколога клініки Святого Миколая. Доброго ранку. Доброго ранку. Мені пощастило, тому що заздалегідь ми зустрічалися, власне, у клініці та докладно говорили про рак щитоподібної залози. Раніше, власне, він не був настільки популярним і настільки поширеним. В Європі і досі він зустрічається набагато рідше, аніж у нас. Чому так сталося, сьогодні з'ясуємо. Ну, а докладно про те, як проходить лікування та діагностування цього виду раку в нашому сюжеті. Вітаю всіх глядачів ранку 105. Сьогоднішня наша розмова не буде простою. Ми говоритимемо про рак щитоподібної залози. Раніше його діагностували переважно у літніх людей. Але після аварії на Чорнобильській АЕС пухлини почали виявляти навіть у дітей. Частота діагностування цього виду раку зросла у 10 разів. І донині Україна лідирує серед інших країн Європи за кількістю захворювань. Щоб зберегти життя, необхідно вчасно діагностувати цей вид раку і звернутися по лікування до досвідчених лікарів. Саме тому сьогодні ми спілкуємося із одним з найкращих фахівців у цій галузі – в клініці Святого Миколая. Микола Милиця – хірург, онколог, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Які види раку щитоподібної залози існують і в чому їхні основні відмінності? Различие між опухолью можна провести тільки на основі патогістологічного діагнозу. Тому всяке образування в щитовидній железі, яке достигло розміру 1 см, повинно, крім того, що обслідувано бути на УЗІ, де маються свої специфічні признаки, повинно бути пропунктовано, тобто отримана біопсія цього матеріалу з послідовним цитогістологічним дослідженням, на основі якого вже окончательно можна виставити, який тип рака, то ли це фолікулярний рак, то ли це медулярний рак, то ли это недифференцированный рак. От этого уже будет определяться окончательно и зависеть и лечение, то ли какая терапия для этого, то ли консервативная, то ли хирургические методы лечения будут при этом использованы. Ну, кроме того, что они развиваются из различных элементов щитовидной железы, из различных клеток щитовидной железы, клинических отличий они практически не имеют в клинике особенностей. Вот, поэтому разница только в морфологии, в заключении патогистологического исследования будет. Как визначається стадія захворювання? Ну, стадия развития опухолевого процесса определяется прежде всего согласно классификации, которая существует, и определяется главным образом его размерами. Первая стадия – это опухоль, как правило, до 2 сантиметров в диаметре, которая может и не пальпироваться, не всегда каждый, даже доктор может припальпировать ее, а она выявляется при проведении ультразвукового исследования. Это наиболее достоверный такой, кроме компьютерной томографии, метод. Сама эта первая стадия подразделяется еще на целый ряд стадий, когда опухоль может и достигать только 1 сантиметра, от 1 до 2 сантиметров. Это особое. Но чем раньше мы заметим этот узел, и чем раньше мы пропунктируем и возьмем оттуда анализ для проведения патогистологического исследования, тем быстрее будет поставлен диагноз и предложено соответствующее такому пациенту лечение, как я сказал, консервативное, либо оперативное. От 2 до 4 сантиметров – это уже вторая степень развития опухолевого процесса и так далее. И уже четвертая стадия – это когда опухоль выходит за пределы капсулы щитовидной железы и может давать метастазы, то есть поражаться начинаются лимфатические узлы шеи. Тогда можно не только уже пальпировать само образование в железе, но и пальпировать увеличенные лимфоузлы шеи. Это регионарные метастазы, но могут быть также и отдаленные.
Які обстеження необхідні для того, щоб діагностувати рак щитоподібної залози, і які діагностичні методи застосовуються саме в клініці Святого Миколая? При наличии узла розмірами в 1 і більше сантиметра в такому випадку пацієнту рекомендується обов'язково провести ультразвукове дослідження. При виявленому при ультразвуковом исследовании наличии такого узла образования обязательно должна быть произведена биопсия, трепан-биопсия. То есть получаем мы при пункции под контролем УЗИ ткань этого образования и с помощью патогистологического исследования, которое выполняется, мы уже получаем окончательный патогистологический результат. И на основании этого уже выбираем на онкоконсилиуме необходимый метод лечения такого пациента. В настоящий период эти все методы клиника владеет этими методами и, соответственно, может выбрать самый оптимальный метод лечения такого пацієнта. Як лікується рак щитоподібної залози? Які методи лікування застосовуються і чи можна зберегти орган? При первой стадии опухолевого процесса возможно выполнение органосохраняющей операции при раке щитовидной железы, когда когда удаляется одна из долей, в которых локализуется опухоль, перешеек, и часть другой доли щитовидной железы. То есть остается ткань, часть ткани щитовидной железы. Но для этого есть определенные показания, которые, как сказал, определяет онкоконсилиум, объем и этого оперативного вмешательства у данного каждого конкретного пациента. Но в целом, осуществляется при более последующих, вторая, третья, четвертая стадия, при этом производится тиреоидэктомия, то есть полное удаление щитовидной железы с тем, чтобы избежать рецидивов в оставшейся ткани щитовидной железы. То есть это только вот такие органосберегающие методы железы касаются первой стадии. Як проходить реабілітація після операції з лікування раку щитоподібної залози? В післяопераційному періоді пацієнт в течение 1-2 днів знаходиться на ліченні в післяопераційній палаті під контролем медичної сестри і доктора. При необходимости выполняются перевязки, назначается соответствующее обезболивание, антибактериальная терапия, чтобы более быстро прошли репаративные, регенераторные процессы. И, как правило, с третьего дня пациент уже находится в домашних условиях с последующим посещением своего доктора-эндокринолога и с необходимой рекомендацией в зависимости от особенностей течения. Каждый индивидуален, его индивидуальных особенностей. Онкологія, безумовно, страшний діагноз, але лікування зовсім не мусить бути таким. Клініка Святого Миколая потребується про все – від діагностики до терапії. А умови перебування в стаціонарі позбавлять вас будь-якого дискомфорту. Бережіть своє здоров'я та звертайтеся тільки до кращих. Клініка Святого Миколая – це медицина, що творить дива. І як саме творяться дива, будемо говорити сьогодні в нашому інтерв'ю. Нагадаю, що сьогодні до мене завітав Микола Милиця, професор, доктор медичних наук та хірург-онколог клініки Святого Миколая. І, власне, будемо говорити про фактори ризику, зокрема, та про групи ризику з приводу раку щитоподібної залози. Тож, що саме впливає на виникнення цього виду раку і які саме категорії людей у групі ризику? Уважаемые телезрители, конечно, причин очень много, все не установлены, но основными считается это прежде всего влияние ионизирующего излучения, влияние радиации, влияние недостатка йода на той территории, в которой проживает человек, то есть того строительного материала, из которых строятся гормоны щитовидной железы, откуда происходят сбои и развитие вот этих атипичных раковых клеток.
Есть и другие причины. Но на них и вредное производство, на которое трудятся люди с тяжелыми металлами, когда они контактируют с химическими веществами. Ну, причин таких много. Но основное, как сказал, это ионизирующее излучение, радиация и именно недостаток йода на той территории, на которой проживает человек, если это не компенсируется. Самый большой всплеск заболеваемости раком щитовидной железы на Украине был это в конце 90-х годов прошлого столетия, то есть через 10-12 лет после Чернобыльской катастрофы. Этих было очень большое количество. Потом стабилизация наступила где-то к началу 2000-го столетия. Их стало меньше. Но все равно у каждого из 50-60% людей находят узлы в щитовидной железе. При этом у 30 из этих 50% у них имеет узел уже размеры до 1 сантиметра. Хотя не сам пациент может этого еще и не осуществлять. Так вот, наличие такого узла требует проведения пункционной биопсии. Среди результатов пункционной биопсии 5% составляет рак щитовидной железы. Вот почему нахождении узла таких размеров в щитовидной железе должна быть проведена тонкоигольная аспирационная биопсия этого узла под контролем УЗИ с последующей дифференцировкой, выявлением какой вид рака, потому что они тоже разные по своему характеру есть, для того, чтобы выбрать правильное лечение для данного пациента. Власне, ви сказали, що з усіх досліджень 5% – це злоякісні пухлини, тобто я розумію, що решта – це доброякісні. Да. А власне, доброякісні пухлини, наскільки вони небезпечні, чи власне на них можна не зважати? Чи перероджуються вони в злоякісні? Наличие доброкачественных образований, надо себе запомнить, что всякое доброкачественное может стать злокачественным. Поэтому люди с узловыми образованиями щитовидными, то ли это фолликулярная, то ли папиллярная аденома, они должны находиться под постоянным наблюдением эндокринолога и, может, даже и онколога консультироваться. Потому что всякое такое образование может перейти в опухолевый процесс. Тем более это характерно увеличение числа заболеваний после 45-50 лет. С возрастом увеличивается число фолликулярных, папиллярных раков. Уже после 65-70 там медулярные и недифференцированные формы анапластического рака имеют место. Но если фолликулярный, как я говорил уже, и папиллярный, это является доброкачественными более-менее процессами, то есть они высокодифференцированные раки, то есть они не такие злостные, редко дающие метастазы, то вот те другие формы, они являются более агрессивными, и которые требуют немедленного хирургического лечения таких пациентов. А группы риска, это надо учитывать, что я, как сказал, возраст, хотя не исключается, что опухоль может быть и у детей меньше 16 лет, у пациентов надо на это обращать внимание. Должны быть обязательно, как я сказал, в группе риска люди с узловыми образованиями и заболеваниями щитовидной железы, пациенты, которые имеют у родственников подобные онкологические заболевания или же заболевания щитовидной железы, те, которые подвергались облучению, то ли при обследованиях ранее получали, делались им рентген-снимки даже при исследовании у стоматолога, когда по 5-7 раз приходится делать. Это тоже есть определенная лучевая нагрузка, и надо советоваться с врачом, сколько раз и какую дозу ты получил при этом. Потому что все со временем это может вылиться в мутации, метаплазії і прогресірування онкопроцесу. Тобто мусимо пояснити, що щитоподібна залоза – це такий орган, який накопичує собі і йод, і всі опромінення і так далі.
Да. Щитовидная железа – это орган, который регулирует практически массу обмена веществ. Я не буду сейчас перечислять с учетом нашего времени, на какие он. И в основе синтеза гормонов Т3 и Т4, Т3-йод-тиранин, лежит именно йод. И поэтому от его недостатка и возникает очень много вот этих процессов, как доброкачественных заболеваний, когда гипергипотиреозы возникают, так и злокачественные. На образование. Ми вже говорили і в сюжеті, і поза кадром, що небезпека і така підступність рака щитоподібної залози є в тому, що перші дві стадії проходять практично без симптомів. Але ну, чи є якісь ознаки, за якими людина має почати непокоїтися і звернутися до лікаря? Тобто, які є способи на ранній стадії діагностувати у себе рак щитоподібної залози, на що треба звернути увагу і коли пора йти до лікаря? На ранних стадиях, когда опухоль не пальпируется на шее, ее пальпаторно выявить не может даже и врач, то, как правило, эти опухоли выявляются при проведении профилактических осмотров и проведении УЗИ даже по поводу совершенно другой патологии. Когда смотрят сосуды шеи, их проходимость, доплерографии сосудов шеи, ну и прочих, тогда врач часто очень замечает и щитовидную железу. А вот те группы риска, они должны в первую очередь пройти УЗИ исследования щитовидной железы, которые с чувствительностью, специфичностью 90-95% покажет наличие образования даже до 0,5 сантиметра. То есть 5 миллиметров образования уже видно на такой, ну, будем говорить, на таком снимке, но до 1 сантиметра они как бы клинически незначимы являются. И только когда признаки, если мы в динамике смотрим, и имеется быстрый рост узла, это один из факторов, который может указывать на прогрессирование процесса. Сама форма узла, который, если это солидное образование, а не жидкостное, это уже указывает больше горизонтальный процесс. Если форма его не соответствующая, то есть это чисто факторы, которые знает врач УЗИ, и он уже непосредственно на этом выставляет диагноз и ставит показания для проведения, как я уже говорил, тонкоигольной біопсії. Це от те, що я сказав насчет узлів. Що... А як часто треба проходити таке дослідження? Там, раз на півроку, раз на рік? От если есть подозрение и группы риска, то хотя бы раз в 2 года нужно проходить это УЗИ для того, чтобы выявить ну, наличие этого образования. Причем даже, вот, как я говорил, папиллярные и фолликулярные раки, они развиваются довольно-таки благоприятно, они прогрессируют. И вот при первой-второй стадии мы фактически не можем их без данных УЗИ диагностировать. Ну, конечно, можно провести компьютерную томографию и ряд других методов исследования, но сам человек не чувствует ни боли, ни какого-то дискомфорта. Лишь когда прорастает опухоль уже на более поздних стадиях капсулы железы, когда она дает метастазы, тогда может произойти нарушение голоса, появиться трудности при глотании, это когда уже опухоль затрагивает пищевод, кашель может присоединяться нехарактерный для простудного заболевания. Вот из таких мелочей некоторые говорят, что увеличился размер шеи женщины, цепочка, говорит, не могу застегнуть цепочку на шее, но из-за формы шеи всего сама она определить это не может, но одной из жалоб может быть такая, когда произошли уже такие увеличения опухолей, что они меняют и размеры, и контуры шеи. То есть вот это такие основные. Другой симптоматики, уже на более запущенной, конечно, когда идет метастатический процесс, тогда изменения наступают и в формуле крови, в анализе крови, и человек может терять массу, ощущать слабость и прочее. Но это общее проявление, которое характерно и для многих других заболеваний, в том числе и опухолей других локализаций. Это мы на початку нашего интервью говорили про то, что Украина находится в Европе серед лідерів за кількістю виявлених випадків раку щитоподібної залози, кількість там наших випадків десь в разів в 10 більше, ніж в інших країнах Європи. От з чим пов'язана така поширеність в Україні цього виду раку і в чому його небезпека? Ну, по даним літератури, в мірі від 1 до 10 случаїв
рака щитовидной железы на 100 тысяч населения. В 2018 году по Украине этот показатель составлял 8 случаев на 100 тысяч. Поэтому я не могу сказать, что на Украине такое сильное по сравнению с европейскими или другими странами распространение этой патологии. Хотя вот взять на Волыни это 2 случая на 100 тысяч, а в Киеве 14. Вот и казалось, мы можем, да, можем судить и об экологической ситуации, которая оказывает свои, и все остальные. Ну и с другой стороны, насколько выявляется эта опухоль, потому что, как я говорил уже с вами, 30% рака диагностируется уже на вскрытии, которое не является причиной смерти, а диагностируется как случайная находка. До речі, якщо ми вже заговорили про причини так докладно, чи є якісь способи профілактики, тобто як зменшити свої шанси захворіти на рак щитоподібної залози? Профілактика – це беречь здоров'я з молоду, я хочу сказати, імунна система, щоб була в порядку, ізбігати всяких тих факторів, які являються провоцируючими, ізлучений, лишньої радіації підвергати себе, при недостатку йода, звісно, уделять больше морепродуктов, которые содержат йод. Та же морская это капуста, которая много содержит йода. То есть компенсировать вот эти. Вот это основные профилактические. Других каких-то методов профилактики на сегодняшний момент не существует. А насколько взагалі добре лікується цей вид раку, якщо його вчасно діагностувати? Там перша, друга стадія? Ну, при первой стадии выполненное оперативное вмешательство после проведенного консилиума онкологического это специалистов и выборе объема оперативного вмешательства, продолжительность жизни у 95% составляет более 5 лет. А после 5 лет уже фактически такой пациент снимается с наблюдения. Если до 5 лет он должен в течение этого времени ежегодно проходить обследование, чтобы исключить метастазы, прогрессирование процесса, то вот при этих очень благоприятные результаты. При медулярном и недифференцированном на пластическом раке прогноз гораздо хуже. Там, во-первых, нужно своевременное лечение, и там продолжительность укорачивается менее 50%. Люди живут 2-3 года. Дякую вам за змістовну розмову. Ну що ж, тепер ви знаєте, як саме діагностується та лікується рак щитоподібної залози. Найголовніше знаєте, що треба робити і чого уникати для того, щоб не потрапити до мого сьогоднішнього гостя Миколи Милиці, професора, доктора медичних наук, хірурга-онколога клініки Святого Миколая. Ставте лайки та обов'язково підписуйтесь на наш канал. Клініка Святого Миколая. Медицина, що творить дива.